Всем привет! С вами Ольга Чернова. Хочу показать, как выглядят мои фруктовые деревья после бури. В этом году нас, Алтайский край, так же как и другие регионы, погода не баловала. Вот видите, голые, совершенно голые, без листьев, груша, ветки, совсем нет завязи. Сначала был мороз, завязь примерзла, потом обтрепала буря, и в результате груша стоит в одном месте красивая, в другом месте вообще голая. Видите, голые ветки, совсем ни листьев, ничего. Вот голые ветки. И очень-очень редкая зависть. Грушек осталось совсем-совсем мало, там поштучно несколько. Там одна, там одна. Ну ладно, будем ждать будущего года. Может быть, будущий год будет у нас лучше, и погода смилостивится над нами, и не будет такие капризы выдавать. Но в этом году очень плохо. Всю яблоню, всю грушу, всю у нас оббило, обтрепало вот этими бурями, ураганами. Но все равно она красивая. Будем теперь... Ну, нет плодов, значит, будем просто любоваться красивым деревом. Вот так у нас после бури выглядят бедные груши и яблони.